Молодые и совсем юные самарские хоккеисты открывают памятную доску в честь Александра Георгиевича Комарова, легенды куйбышевского хоккея. Егор Торопов, защитник ЦСКА ВВС, накануне забил гол в матче, который самарская команда выиграла. Признается, что стать частью такой церемонии для него большая честь. Это очень важно, если учесть то, что я коренной житель этого города, то очень приятно забивать. И продолжать дело такого великого человека. Решение установить памятную доску на доме, где жил Александр Георгиевич, было принято еще летом. Благодаря помощи неравнодушных спонсоров удалось изготовить доску как раз к 1 декабря, Всероссийскому дню хоккея. Хотелось бы обратиться к юному поколению, быть похожими, хотя бы немножко подражать таким людям, как Комаров Александр Георгиевич, которые безмерно любили свою родину, любили свой любимый вид спорта и уважительно относились к нему. Александр Комаров стал важной частью советской хоккейной сборной на первом для нее чемпионате мира в Швеции в 1954 году. Тогда же сборная СССР стала впервые чемпионом мира. После завершения игровой карьеры он тренировал куйбышевский СКА и пропагандировал такой хоккей, что на играх команды всегда был аншлаг. Самара должна знать и помнить своих героев, и мы поэтому... Ветераны благодарны всем, кто принял участие в организации и проведении вот этого мероприятия. На открытии доски собрались коллеги, друзья и хоккейные последователи Александра Комарова, которые, возложив цветы, вернутся на рядовые площадки, чтобы воспитывать новое поколение игроков-победителей. Андрей Бессонов, Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События.